Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігель Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігель, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, приветствую. Вот хочу, конечно, сначала начать с того, что случилось в Белгороде. Да, вот Минобороны России уже сообщили о том, что сами признались в том, что вечером 20 апреля, я цитирую, при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. О чем вам говорит этот случай? Кажется, ну, чтобы произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, это нужно постараться. Да, нужно постараться. Смотрите, я вполне допускаю, что речь идет как раз о управляемых бомбах. Вот, хотели нанести удар по территории Украины. У них не раскрылись как раз, вот, ну, там же эти управляемые бомбы, это же обычные бомбы, которым приделываются аппаратура, ну, там крылья раскрываются вот, механические. Вот, они просто не раскрылись, и она просто камнем вниз ушла фактически. Вот, рухнула на улицу у них там. Вот. Вполне вероятно. Было бы хорошо, если бы где-то на месте были бы найдены какие-то части, детали вот этих как раз прикрепленных вот этих вот крыльев раскладывающихся. Ага, ясно. Слушайте, ну там еще такой момент в том, что она сначала упала, и вот обратили внимание на то, что как раз, как это называется, вкопавшись в землю, и потом только взорвалась, вот вкопавшись в землю, из-за этого было, конечно, меньше повреждений, а это так и работает, что вот она сначала падает, а потом взрывается, или это тоже что-то говорит о состоянии боеприпасов у российской армии? Слушайте, я без понятия, на самом деле, я не авиационщик, как бы не специалист по авиабомбам. Ну да, там странное видео, на самом деле. Там с самого начала начались странные видео, ну, странности с этими видео, почему окна не выбиты были и так далее. Потом машина у них ее взрывной волной подняла там на крышу дома, закинула. Потом, когда появились видео, что она действительно она взрывается, и потом взрыв как будто из-под земли происходит, она взорвалась под землей. Вот. И потом было уже видео сегодня утром, когда действительно видно, что автомобиль закидывает на крышу. Вот. Да, какой-то ну, боеприпас. Возможно, это какой-то ну, вот, против бункеров. То есть он уходит в землю и взрывается. Вот. А возможно, это какой-то дефект. Непонятно. Вот. В любом случае, как я уже сказал, с большей долей вероятности у них просто не раскрылись эти вот крылья, и она вот рухнула прямо вниз. Хочу еще с вами поговорить о системах радиоэлектронной борьбы. Вот если пообщаться с военными, украинскими военными, которые, например, находятся в Бахмуте, они, ну, почти все как один говорят о том, что у россиян очень сильные как раз вот эти средства РЭБ. А это как произошло? Это потому что это с советских времен. Как так получилось, что именно Россия имеет, ну, вот такое преимущество в том, чтобы глушить нашу связь? Нет, так это не в первый раз прилетает, то есть не только бахмутское направление, то есть если вы поговорите с украинскими бойцами, вот то, что глушат и стараются глушить беспилотники, ну это на протяжении всего времени полномасштабной войны, особенно с того момента, как они вот, развернули свои порядки на Донбассе, начали наступать, это не что-то новое, просто гражданские Мавики не проблема глушить. Тут дело не в советских или в российских и так далее, а в том, что Мавик — это глаза, практически главные глаза на поле боя сегодня. Вот. С помощью Мавика вы быстро поднимаете, да, смотрите, видите, опускаете. То есть, преимущество еще Мавика в том, что вам не нужно долго готовить, в отличие, скажем, от военных дорогих аппаратов, в том числе потому, что они дорогие, и они военные и так далее. Но военные аппараты, они защищены, там есть каналы связи и всякое такое, они дублируются, эти каналы. Вот, скажем, тут тот же Байрактар, там, если вы глушите сигнал, он переключается на другой сигнал автоматически сам. Если глушат его, он на третий переключается и так далее. Скажем, в Мавике такого нет. Вот. Поэтому речь идет именно про вот такие машины, типа Мавиков, и это не что-то новое, это гражданские да, аппараты. Логично, что гражданские аппараты легко глушить, их будут глушить. И обратно, с другой стороны, Украина глушит российские Мавики. То есть это как бы и сила, и слабость. Сила в том, что их много, они дешевые, их можно купить, они гражданские, они доступные, и легко и быстро научить можно бойца управлять Мавиком. Ну а слабость в том, что это гражданские все-таки как бы дроны, его легко глушить.
Вот я почему-то, знаете, вот когда говорят о том, что передают Украине, ну вот какую помощь оказывают наши западные партнеры, я, возможно, не обращал внимания, вы в этом лучше разбираетесь, намного, конечно, а получаем ли мы вот такие средства радиоэлектронной борьбы, достаточно ли их у нас, можно ли оценить, ну, хотя бы приблизительную ситуацию, которая есть у вооруженных сил Украины в этом плане? И получают, и закупают, и фонды в том числе, и в том числе, кстати, этим, доброжелатели Украины за границей, стран Балтии тоже закупают. Ну, такие системы, их проще, доступнее купить, чем, скажем, какие-то там летальные виды вооружения и так далее. Нет, это все есть. Вот в количество и адекватно, насколько это и так далее. Вот у меня таких данных нет, и хорошо, что у меня их нет. Я думаю, все-таки это военная тайна должна быть, какие есть возможности, мощности вот, украинской армии в плане глушения. Ну да, конечно же, там, здесь работают на всех уровнях, от передачи до волонтеров, крупных фондов до маленьких фондов. Ну вот, если уже говорить, да, о средствах радиоэлектронной борьбы, была публикация в Washington Post о том, что, ну, якобы Кремль пытается сделать так, чтобы у вооруженных сил Украины не было доступа к Старлинкам, и там, среди прочего, приводится пример, что вот в октябре, да, во время контрнаступательной операции ВСУ, наши защитники, они жаловались на то, что, ну, были перебои со Старлинком, и вот в этой статье речь идет о том, что Москва экспериментирует с какими-то, значит, системами, РЭП, ТОБОЛ, я не знаю, или ТОБОЛ, я тут даже не знаю, где тут ставить ударение. А действительно ли радио, ну вот, эти системы РЭП могут прям даже Старлинкам мешать? Знаете ли вы что-то об этом? Не знаю насчет конкретных систем РЭП, но я могу тут засвидетельствовать, что Старлинк действительно один из ключей к тому, почему Украине удается защищать свою территорию успешно, в том числе деоккупировать, вот деоккупированные все эти территории, Starlink сыграл колоссальную роль. Не просто так, кстати, в Китае военные аналитики, которые делают выводы из российско-украинской войны, они один из главных пунктов рассматривают Starlink как вот помеха в будущей там, войне с Америкой, например, и что нужно искать способы его как-то остановить, заглушить, плюс свою систему разработать, нечто вроде Starlink. Вот поэтому логично, что Россия будет искать все способы для того, чтобы Starlink как-то заглушить, остановить и так далее. Но это сигнал из космоса, как бы это же, тут это немножко не как система Revit, это по-другому работает. Опять же, я не технарь, да, я не инженер, я не могу сказать вам про такие инженерные вещи и штуки, я только знаю, да, что Starlink действительно безумно эффективен, и один из ключевых, по сути, ну, доступ, да, связь. Связь — это как бы это фундамент, да. Связь, как и логистика, это такие столпы, на которых держится успех вашей военной кампании. Всегда, везде. Хоть 100 лет назад, хоть сегодня. Вот. Поэтому он важен. И то, что у России, кстати, Старлинка как раз нет, это тоже говорит, и у них все отвратительно со связью. Как раз указывает на том числе, почему вот у них неуспехи там, на тех или иных направлениях. И то, что они, да, пытаются действительно найти способ подобрать ключик к Старлинку, чтобы вот, лишить Украину такого преимущества. Ну, проверил, все-таки ТОБОЛ правильно говорите, значит, река это в России и Казахстане, думаю, вот в честь этого и названо. Я вот еще на что обратил внимание, буквально пару дней назад, да, Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи, там, на $325 миллионов, там много всего, и боеприпасы для Хаймерсов, и вот ракеты к ПТРК ТОУ. Я обратил внимание вот на что, что вы написали, что из наиболее интересного это высокоточные авиационные боеприпасы и подрывные боеприпасы для преодоления препятствий. Почему именно ну, эти позиции вы отметили, ну и что, как они работают? Могли бы вы об этом рассказать? Не, ну, высокоточные, да, боеприпасы, это очевидно. Кстати, не обязательно, если речь идет о там, планирующих бомбах, да, какие-нибудь там джадамы, вот это все и так далее, даже если это хаймарсы. Ну, то есть просто, когда у вас есть возможность высокоточно на расстоянии уничтожать врага, это хорошо и нужно. То есть это один из ключей. Вот, поэтому это как бы здесь вне конкуренции. А для преодоления как раз препятствий, ну, так, наступления, вот, не секрет, то есть, что враг... То есть фактически это боеприпас, но вот если есть какая-то помеха, да, мы его используем для того, чтобы эту помеху устранить и для того, чтобы могли дальше двигаться войска, так ли я понимаю? Для преодоления, да, ну, помеха имеется в виду какие-то препятствия. Опять же, это всевозможные там заграждения,
те же пресловутые зубы дракона, вот там и так далее, все линии Вагнера, мины заграждения и так далее. Все это нужно преодолевать с помощью инженерных средств. Вам нужно очень много инженерных средств. То есть там в израильской армии вообще существуют на боевые инженеры, как подразделение на боевые. То есть это не просто саперы, которые куда-то придают, это целые подразделения, где есть бойцы, которые могут вести боевой бой, у которых есть техника, в том числе техника, которая может вести бой, и в том числе инженерные средства. И помимо вести бой, то есть вот тактика и так далее, да, они еще обучены как раз вот инженерному делу, боевые инженеры. Они идут в авангарде наступающих сил. То есть если там израильская, скажем, будет где-то, не знаю, там в Сирии наступать, скажем, израильская бригада, вот впереди этой бригады будут идти боевые инженеры. Вот. То есть в самом впереди будут разведчики, боевые разведчики, потом будут идти инженеры, а потом будет авангарды наступающих частей. Вот как бы так вот построен порядки. Но потом уже у нас основная масса, потом арьегарды и так далее. Вот, поэтому такие вещи, конечно же, нужны. И вот, и это хорошо очень, что они в списках есть. Слушайте, ну вот еще одна тема, которую хочу с вами обсудить. Мы буквально вчера в нашем эфире общались с фотографами Владой и Константином Либеровыми. Они очень активно, как это сказать, ну, в общем, фотографируют все то, что происходит в самых горячих точках нашего фронта, и в Бахмуте, и в Авдеевке, и так далее. И вот они побывали буквально на прошлой неделе, они побывали в вот этом лагере, где содержатся российские пленные. Ну и вот пообщавшись с ними, мы понимаем, что там, разумеется, Украина соблюдает все Женевские конвенции, то есть их там кормят, они в хорошем состоянии, там медицинское обслуживание и так далее, даже футбольное поле у них есть. Ну и из того, что мы услышали вот от Константина и Влады, что ну вот совсем эти пленные никак не раскаиваются, вот ничего в их глазах нету, и вообще, в принципе, они говорят, так а кто сказал, что Россия проиграет, мы еще посмотрим, да, это пленные, говорят. Я хотел спросить, а какой опыт или какая практика по поводу пленных в Израиле? Мы помним, что Израиль ведет сразу несколько войн, да, и в принципе в окружении государств врагов, вражески настроенных по отношению к Израилю. А какая политика по поводу пленных, как вот там, как в Израиле с этим обстоит? Точно такая же санатория. То есть у вас есть питание, медицинское обслуживание, возможность учиться. Были случаи, когда террористы с детоубийцей, у которых есть дети, кровь детей на руках, ну, задокументировано, то есть вот такие, они, скажем, лет 20 сидели, сделали образование, стали каким-то там докторами в тех или иных, там, доктор в вопросах демократии и так далее. Я сейчас не шучу, это сейчас не придумаю, это реально был этот, как его там Мансур его звали, забыл, был такой террорист, детоубийца, но он стал доктором в вопросах демократии, каких-то еще, а потом выходили как уважаемые люди там вот и так далее. Нет, это часто человеческого прогресса, западный мир давно понял, да, как и отказался от смертной казни, так и то, что человек, лишенный свободы, вот, он должен какой-то там иметь минимальный уровень обеспечения для сохранения человеческого достоинства и так далее. То есть люди не имеют права решать там, лишать жизни, то есть казни, да, у нас на Западе в основном, ну, не везде, конечно, да, США, например, но в массе своей запрещены, в Европе, например, и в том числе гуманное содержание, вот, при соблюдении всяких конвенций и так далее. Я просто напомню, что все конвенции и правила войны, они придуманы с той целью, чтобы человечество не скатилось в абсолютную войну. Абсолютная война — это война, в которой у вас нет вообще правил. Можно грабить, убивать, насиловать, устраивать геноциды, зажигать заживо там детей и женщин и так далее. Вот. Если вы не соблюдаете эти правила, да, вы приближаетесь к этому состоянию. Вот. Я понимаю украинцев, которым больно на эти вещи смотреть, и логично, что они не раскаиваются. О чем раскаиваться? Как бы, им как бы кормят, поют, как бы спи, как бы пузо чеши, мухи не кусают, все хорошо. Как бы. Вот. Чего тут раскаиваться-то? Вот. Я просто напомню, что даже те же немцы, они почему раскаялись? Да? Тут как бы еще тысячи вопросов насчет там, искренности раскаивания немцев, но почему немцы раскаялись? Ну, потому что им стерли города с лица земли, потому что им устроили трансфер, там всю Пруссию выселили и так далее. Трансфер как бы людям, да, устроили. Потому что расчленили Германию на зоны оккупации, там, где были эти британцы, СССР, американцы, французы долгие годы, запретили армию свою иметь, запретили вообще какую-либо субъектность. И только потом потихонечку вот там вот разрешили вот это, потом разрешили объединиться, но все равно две Германии было, потом разрешили этим заняться, потом разрешили армию свою иметь и так далее, и только потом они объединились, Восточная и Западная Германия. Вот, и, то есть этот вот длительный путь вот был такого, в том числе самобичевания.
А здесь как бы как? Ну, просто люди, да, их хорошо держат, кормят, как бы, чем раскаиваться? Раскаиваются тогда, когда человека очень жестко как бы взяли за шкирку, как котенка, и мокнули лицом как бы в то, что он сделал. Вот. Ну, и дальше ему как бы поставили перед фактом того, что у него все в жизни, у его семьи, у его племени, все, что вот связано с ним, да, и в этом народе будет плохо. Плохо не в смысле, что ему устроят геноцид и так далее, а что будет нищета, бедность, там, расчленение, невозможность заниматься, отсутствие субъектности, всякие такие вещи. То есть, когда плохо, ты начинаешь задумываться, почему тебе плохо, почему тебе сделали плохо. И у тебя есть два выхода. Или подумать, что плохо, потому что вокруг все там враги, не знаю, и все там специально тебе строят козни. Это один путь, да. А второй путь это понять, что ты ошибался, раскаяться и исправиться. Вот немцы пошли по второму пути, сегодня стали передовой богатой вот нацией, развитой, один из высоких уровней жизни в Европе. Могли бы пойти по другому пути, наверное, не были бы сегодня там, где Германия сегодня находится. Вот, скажем, они бы могли обижаться на Израиль за то, что не платят Израилю огромные репарации, да, за Холокост. Большие, с налогоплательщиков. Это внуки немцев и так далее. Вот, но вместе с тем, то преимущество, которое Германия получает от кооперации с Израилем, например, ВПК, военная промышленность вместе, и другие экономические связи и так далее, они намного больше приносят Германии выгоды, чем если бы Германия дула бы там нос и говорила бы, не хотим мы никаких там признавать Холокост, и вообще мы евреям ничего не должны. Вот, вот и все. И поэтому никто не будет раскаиваться, если просто в тюрьмах их хорошо держать и так далее. Именно поэтому Россия должна проиграть глобально. И не просто проиграть, в том числе должен быть долгий очень путь, вот такого бичевания, в том числе самобичевания. И дальше у России, и в том числе у тех, кто сидит в тюрьмах, должен быть выбор. Или все-таки пойти по пути реваншизма и сказать, что нет, мы не согласны и так далее, мы будем там на 100 лет затаим обиду. Или все-таки исправиться, признать вину, извиниться перед украинцами, те же 100 лет выплачивать репарации украинцам и так далее. Но если вы просто будете кормить и просто людей держать, то, конечно же, никто раскаиваться не будет. Да, так и есть. Более того, когда их обменивают, они еще после этого дают интервью о том, что их пытали в плену, если они там давали какое-то интервью или комментарий, разумеется, тоже под пытками их там заставляли. Ну и дальше они еще и возвращаются, то есть они снова берут оружие в руки и снова идут на территорию Украины для того, чтобы убивать украинцев. Это, конечно, такой момент. Тут, если мы уже с вами заговорили о Германии, мы вот увидели буквально, когда вчера, кажется, да, было это заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что возможные операции вооруженных сил Украины на территории России, это совершенно нормально. Тут есть цитата: пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется смириться неохотно, но это часть того, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Мы просто помним, что даже со стороны украинского генштаба или со стороны украинского министерства обороны были заявления о том, что смотрите, вот дайте нам дальнобойные оружие, дайте нам эти дальнобойные ракеты, и мы гарантируем, что не будем бить по территории России. А тут уже министр обороны Германии, да, одной из ключевых стран Европы, говорит о том, что, ну, все-таки бить по территории России нормально. Как вы оцениваете, почему, ну, не то, что почему, но окей, да, почему произошел, наконец-то, вот этот слом в риторике того, что да, действительно, можно бить по военным объектам в России? Они глобально, Европа, США, Запад вообще в целом, вот, видят, что блеф России остается блефом, это блеф, вот, никаких красных линий нет, Россия не предпринимает никаких шагов, вот, только грозится, вот, тот, кто грозится, он, ну, не опасен, вы знаете, что тот, кто действительно хочет, ну, там, скажем, ударить, он ударит. Если бы Россия хотела нанести удар, потом центр принять решение, как называют, они бы нанесли удар. Если бы они хотели остановить поставки Запада, как они говорили, будем бомбить там эти эшелоны и так далее, они бы бомбили. Если бы они хотели нанести ядерный удар, они бы донесли ядерный удар. А то, что они постоянно говорят, грозятся, там это все, это наоборот так указывает на то, что, ну, это просто собака лает, да, караван дальше идет. Вот никто не будет бояться просто лающей собаки. Ну, как бы, да, вот, пока она лает, лает, попытается прыгнуть, ее пристрелят, как бешеную собаку. Ну, то есть, тут немцы это прекрасно, значит, поняли. Нужно понимать, что немцы большие технократы, всегда были, и они очень таким вещам, да, относятся на полном серьезе, да, на нацбилдинг и государственное строительство. Как государство относится к тем или иным процессам. И теперь немцы очень хорошо знают Россию. У них очень тесные экономические связи, там, научные связи были до этого. Вообще исторически, если посмотрим на Германию, до этого Пруссия, между Германией и Россией всегда было два агрегатных состояния. Или война, или дружба.
Вот серьезно, если посмотреть вот так вот. То есть у них как бы никогда не было чего-то просто такого отстраненного. Вот. И вот до этого у них, да, мы знаем, да, экономическая была там сильная зависимость. Фирмы немецкие были в России, там Siemens, например, газ тоже шел в Германию, вот такое вот. Большие были пророссийские позиции. А сейчас они увидят, что все, как бы, старого мира уже не будет. Война затягивается, и сегодня все как раз на Западе говорят, что она будет длиться, и в том числе и до конца этого года, и дальше. Значит, надо делать выбор уж окончательный. Немцы его сделали. Это связано, видите, не только с тем, что заявили. Такую очевидную вещь. Ну, военные цели России – это легитимные цели с точки зрения правил ведения войны, где бы они ни находились. Ну, для Украины, для ВСУ. Да. И, конечно же, на территории России. Это, тут никаких нарушений. Вот. Ну, вот, например, такое заявление. А то, что они одобрили сразу полякам передачу МИГов. То есть, если когда-то они думали там, вот, отдавать все-таки ли те танки, отдавать ли артиллерию, то сейчас уже все, уже не задумываются, уже не нужно. То есть сразу просят, сразу дают то, что есть, то, что ну, там, могут и так далее. Такое заявление, оно такое немножко капитан очевидность, то есть, потому что это, опять же, не нарушает никаких правил войны. Вот, но это тенденция, которая просто указывает на то, что они видят, что Россия как бы, как там этот, Мао Цзэдун говорил, бумажный тигр на самом деле оказался. Да, понятно, но при этом есть, конечно, высокая ценность такого заявления, хоть это и капитан очевидность, тот факт, что Германия сделала такое заявление, тот факт, что министр обороны этой страны сказал «да-да-да, мы все понимаем, конечно же, это нормально, конечно же, в ходе войны тут ничего удивительного в том, что это происходит, нет». Еще одна штука, но это уже, если говорить непосредственно про Израиль, да, появилась новость, это израильские медиа об этом сообщили, что уже установлена в Киеве система оповещения об атаках, что в мае будут проведены испытания. Помним о том, что разрешение на то, чтобы такую систему установить в Киеве, оно было дано правительством Израиля. Значит ли это, что Израиль тоже, скажем, окончательно принял решение, что враг у нас общий и у Украины, и у Израиля? Как вы считаете? Израиль с самого начала полномасштабного вторжения высказался однозначно, что он осуждает агрессию, поддерживает территориальную целостность Украины и продолжает вкладывать там в гуманитарную помощь. Единственное, вот чем да, там, ну, этот, осудил резню в Буче и так далее. Ну, то есть все на дипломатическом на уровне Израиль изначально был и остается на стороне Украины в российско-украинской войне полностью, как бы без каких-то там, не знаю, там, трактовок. Вот. Единственное, как, по какой линии открыто официально Израиль не помогает Украине или там, не продает, например, это летальное вооружение, то, что называется, оружие. Да, периодически всплывают там, эти кассетные бомбы, всякие такие, вот эти мины израильские, но именно открыто, публично. Вот. И вот как бы это единственное, как бы, поэтому тут нельзя бы сказать, что как бы вот Израиль определился. Израиль давно определился. Тут важно в этом как бы событии вот что, то что эта система, во-первых, разработана специально для Украины Израилем. Это не просто передали свою систему. Она неадекватна Украине своя система, потому что Израиль маленький. Ее разрабатывали под масштабы войны и Украины. Что именно там изменили, сделали, я не знаю. Вот, но была кооперация в Польше между украинскими и израильскими офицерами. Это первое важное. А второе важное это то, что не просто кто-то куда-то передаст, а то, что испытывать будет армия Израиля. То есть эта армия будет заниматься. Командование тыла — это ну, подразделение, это командование израильской армии. То есть израильская армия вот, будет заниматься, да, это не летальное оружие, но усиление противовоздушной обороны Украины. Это тоже не очень важный ключевой момент. И это официально, это не какие-то там инсайды или что-то такое. Да-да, это официально, и вы тут абсолютно правы в том, что сама армия Израиля будет принимать в этом участие. Напоследок, вот довольно часто, знаете, когда мы публикуем видео с нашими разговорами, в Ютьюбе приходит комментатор, который пишет, что, слушайте, ну сколько можно обсуждать какие-то слухи из, значит, медиа и так далее? Ну, мне кажется, что это странно, в смысле, ну вот есть такая информация. И вот есть информация, смотрите. Снова же Washington Post, американское авторитетное издание, анализируя вот эти утекшие документы Пентагона, написала о том, что мне это кажется немножко комическим, может, я что-то не понимаю, что украинская разведка планировала удары по российским военным и наемникам ЧВК Вагнера в Сирии. Более того, значит, разрабатывала планы таких ударов в Сирии, по российским силам в Сирии. Ну и в какой-то в последний момент, значит, было принято решение генштабом или верховным главнокомандующим, что вот делать этого не надо.
Вы как такую информацию воспринимаете? Действительно ли мы можем себе представить, что у нас достаточно сил для того, чтобы еще и в Сирии уничтожать российских военных и наемников из этой группы Вагнера? Безотносительно этих документов и так далее, как я уже сказал, российские войска или их там теневая армия, наемники, там вагнеровцы, легитимная цель для Украины, для ВСУ, где бы они ни находились, даже на территории Сирии. Тем более, кстати, Сирия — это враждебное государство для Украины, они там что вроде бы, ну, как бы это марионетка Кремля. Вот. Это не то, что какое-то дружественное государство, которое не хотелось бы с ним портить отношения. Военные цели российские, легитимных, где бы они ни находились. Там, вот. Поэтому я здесь не вижу никаких, как бы там, вот, противоречий или какие-то особенности и так далее. Вот. А то, что там отменили, может быть, ну, что ресурсов на это не было. Вот. Или какие-то другие соображения. У вас может быть 1001 там, как бы, причина, почему вы в конечном итоге решаете делать так, а не иначе. Но ничего здесь экстраординарного нет на самом деле. Российские войска, еще раз повторю, 10-й раз, это легитимная цель, где бы она ни находилась. Ну и, конечно, я думаю, что всей нашей аудитории приятно слышать, что действительно мог быть такой план, что вооруженные силы Украины действуют в Сирии для того, чтобы уничтожить нашего врага. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать, с нами на связи клубов Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовый аналитик, редактор военной рубрики журналу «Фокус».